Всем большой-большой привет, огромный. Всем большое спасибо за просмотры, за лайки, за комментарии. А сегодня у нас такое бюджетное домашнее печенье. Очень просто готовится, но очень вкусное. Смотрите, какое оно. Очень вкусное домашнее печенье. Кому интересно, смотрим со мной, как его готовить. Готовим печенье. Простое, недорого и очень вкусно. 50 грамм молочка. Добавляем сюда одно яйцо. Ванильный сахар. Щепотка соли и 2 ложки сахара. 1,5 ложки сухих дрожжей. Все перемешиваем, чтобы все соединилось. Все размешали и добавляем сюда 150 грамм растопленного сливочного масла. Все соединяем. Хорошо перемешиваем, чтобы сахар все растворился. Вот уже такая масса красивая получается. Добавляем 350 грамм муки частями. Все перемешиваем с мукой частями за несколько раз. Замешиваем тесто. Опять добавляем. Вот такое тесто получилось, но оно мягкое. Значит, надо добавить еще муки. Тесто должно быть таким тверденьким. Вот какое тесто должно получиться. Смотрите по муке и по чуть-чуть добавляем муку, если оно слишком мягкое. Оставляем на минут 15, чтобы постояло. Тесто постояло. Смотрите, какое оно получается. И сейчас раскатываем такой тоненький пласт. Вот так раскатали тонко-тонко. Нам понадобится 130 грамм сахара. Посыпаем немного. Так. 130 грамм на все печенье. Вот так вот слаживаем и опять раскатываем. Раскатали таким треугольником и опять посыпаем сахаром. Можете больше посыпать, меньше, как вам нравится. Сахара в этом рецепте немного. Слаживаем треугольник и опять раскатываем. С треугольничка раскатываем опять прямоугольник. Посыпаем сахаром. Посыпали сахаром и слаживаем опять. Раскатываем. Вот такой прямоугольник получается. Все повторяем.
сахар. Опять сложили. Несколько раз надо сложить и раскатать. Тогда получается такое слоеное печенье. Еще раз раскатываем. Вот что у нас получилось, сколько слоев. Эту часть посыпаем сахаром. Слаживаем его. Слаживаем и раскатываем большой пластик. Вот последний раз мы сложили и раскатываем такой четырехугольник. Раскатываем в такой вот квадрат, чтобы все стороны были одинаковые. Посыпаем сверху тростниковым сахаром. У меня его нету, я чуть-чуть добавила какао. Посыпаем весь верх. Равномерно распределяем по всей поверхности. И сейчас будем нарезать такими квадратиками. Включаем духовку 180. Выпекаются не очень быстро. Вот таким ножиком нарезаем, чтобы были одинаковые квадратики. И вторую сторону. Вот такие квадратики. Выкладываем на противень, включаем духовку 180 градусов. Минут на 30-25, смотря какая духовка. Выкладываем на противень на расстоянии и отправляем в духовку. И вот наше печенье готово. Посмотрите, какое аккуратненькое, красивое. Разломанное уже. Готовьте, радуйте родных и близких. Всем приятного аппетита. Пока-пока.